4400 вот такой Civic гибрид, ребята. И сразу же у нас залетает проверочка легенькая. Сейчас проверим, что он у нас, да и как. Сейчас покажу, сколько стоит. Соточка, сразу, чтобы вы видели, да? 4400, 7-й год, бензин 101 тысяча проехала. Но по поводу 101 тысяча проехала, тут, конечно, может или не может. На автоматике, ребята, неплохой такой, кстати, вот аккуратненький. А ну, тоже неплохо. Ну, мне уже прям нравится. Мне уже прям нравится соточка. Мне уже... сильный, сильный, да? Ну, мне уже прям нравится. Что, обойти с той стороны? Посмотреть, так сказать, его. Ну, давай еще мы класснем крышу. Крыша тоже в порядке. Крыша тоже в порядке у нее. Слушай, ну вот аж прям уж... Аж прям вот удивительно, что вот такая вот цена. В чем подвох? А в принципе ни в чем, ребята, есть такие варианты. И давайте прекращать, что в Польше поинтереснее. Ни хера там в Польше не поинтереснее. Я вам уже вот так даже показываю. Что лучше, чем в Германию, машинку вы не найдете. Не найдете. Ну вот у нее вот такая подкосочка здесь. Вот и все. Вот и все. Да, хорошая машина. Хорошая, прям вот прям. Ну давай еще вот этого кабанчика просмотрим, да? 164, что по капоту? Что по капоту? По капоту вообще четенько. По капоту вообще четенько. И здесь тоже хорошо. Возможно, крыло было крашеное. Возможно, крыло. Да, тут 90-80. А что по крылу? А ну. 168, да, возможно, оно было крашеное. Ну, ничего страшного. А ну, жопа входила, влетала. Не, все хорошо у нее. По жопе тоже все отлично. Все супер. А вот здесь, мне кажется, что-то было. Не, тоже отлично. Жопа, передочек нормально. Крылышко там только вопросик. Что по дверям. Интересная машина. По деньгам не знаю, ребята. Надо подходить, спрашивать. Но я думаю, она долго стоять не будет. Потому что вот у нее очень хорошие показатели. Прям вот очень. И Civic. Вот, у этого Civic тоже хорошие показатели. Нормально. Вот Жанчик. Жанчик делает ветер серьезный, ребята. Так что, если кому зашло с проверочками, то я буду делать для вас проверочки.